Я все-таки уверена, что на выборы ходить надо, и думаю, наши телезрители сегодня меня обязательно поддержат. Здравствуйте! На выборы, безусловно, надо ходить, тем более губернаторские выборы, которые у нас состоялись в регионе, это были первые выборы после долгой череды назначений. Вчера состоялась инаугурация губернатора Игоря Анатольевича Орлова, я на ней присутствовал. И хочу сказать, что это, наверное, первый губернатор, который дал клятву об исполнении своих обязанностей и выучил ее наизусть за все время тех губернаторов, которые были у нас в Архангельской области. Это здорово, что у нас губернатор выучил клятву и обратился таким образом ко всем жителям Архангельской области без бумажки, назовем это так. Мне бы хотелось еще обсудить вопрос явки на эти выборы, потому что много очень внимания было привлечено к этому, в том числе и федеральных СМИ. Ну да, явка везде обсуждалась. Да, и федеральные СМИ об этом говорили, в том числе о том, что у нас в Архангельской области именно появилась вот такой, наверное, прецедент совсем низкой явки, чуть-чуть больше 20%. Мне интересны причины. Ты не думаешь, что вообще федеральный центр сам в этом виноват? Потому что они же, в общем-то, отменили эту явку. Был порог явки 20%. Вот я когда выбирался, например, было 20%. Это были первые выборы, да? Это первые мои выборы. Была графа против всех, кстати. И вот у меня шла борьба, в общем-то, с графой против всех. В результате я первые свои выборы выиграл. А так мы постоянно меняем это законодательство. То мы выбираем партии, то мы не выбираем партии, то мы назначаем губернаторов, то мы выбираем губернаторов, то мы в Госдуму выбираем по спискам, то мы выбираем одномандатники. Может, люди просто устали, постоянно их путают этими выборами, то по одной системе, то по другой системе. Мало того, что у нас еще постоянно меняют округа, нарезки округов, меняют избирательные участки. Может, это и с этим связано? Да, я думаю, что просто наших избирателей фактически запутали. По поводу округов очень интересные примеры. Люди просто не могут разобраться, кто их депутат. На примере города Архангельска нарезка областных округов и нарезка городских округов настолько уже поменялась 15 раз, что просто люди не могут понять, кто их депутат. Сегодня этот, завтра тот, послезавтра этот, а еще разные ветви власти, а еще разные уровни, все просто запутались. Может, пора остановиться, может как-то принять одну систему, которая бы постоянно действовала. Мы бы все-таки решили, кого мы выбираем, когда мы выбираем, в какие дни мы выбираем и на каких участках мы выбираем. Может, тогда бы люди как участвовали бы в этих выборах и на них ходили. С другой стороны, во-первых, мы сами отменили явку, да, ну как я не говорю, что мы, да, это федеральный центр, например, сделал, то есть таким образом он дал людям посыл, что вы, в общем-то, можете и вообще не ходить, придет 10 человек избирателей, и выборы считаются состоявшимися, но если это в рамках закона, ну тогда почему они нас и критикуют, да, что у нас, например, низкая явка? А после этого нам говорят, что все за нас решили, так может быть именно потому, что говорят, раз 10 человек пришло, в общем-то выборы уже считаются состоявшимися. Наверное, еще и от этого идет. С другой стороны, безусловно, я считаю, что на выборы надо ходить, и таким образом мы все-таки выбираем свою власть. Поэтому то, что у нас люди пришли и эти люди проголосовали, я считаю, они, в общем-то, высказали доверие кандидату, да, и победившему кандидату, в частности, вот в нашем случае Игорю Анатольевичу Орлову, и дали ему некоторый аванс для выполнения своих обещаний, то есть той программы действий, которую он, в общем-то, в этом высказал, да, во время избирательной кампании. Мне еще очень интересен посыл нашей молодежи, которая либо идет на выборы, либо не идет на выборы. Очень много сейчас говорят о том, что, может быть, просто уже устарела сама система и схема выборов. Предлагают многие уже даже молодые молодежные организации, молодые люди отдельные, делать каким-то образом это через интернет. Голосовать в Фейсбуке. Голосовать через интернет, конечно. А каким образом тогда отслеживать голоса, как они проголосовали? Я думаю, что у нас до такой степени уже ушли далеко технологии, что через IP-адрес каким-то образом можно будет все это привязать и определять просто для каждого человека, чтобы он мог проголосовать через... Не отменять при этом абсолютно там систему голосования, привычную там для остальных людей, но дать возможность каким-то образом продумать этот вариант голосования, в том числе электронного. Мне кажется, для молодежи это будет интересно. Это такого своего рода флешмоб для них будет. Ну вот, а что вот можно сказать? Есть регионы, например, где там явка чуть не 80%, да, и люди набрали по 99%, значит, проголосовавших за них. Мне кажется, вот это вызывает большее, например, изумление, чем результат, который произошел в Архангельской области. Если ведь обратить внимание, у нас ни одна партия, в общем-то, ведь не оспаривает эти выборы, которые у нас прошли. То есть они, в общем-то, у нас честно прошли. То есть у нас, в общем-то, честные, легитимные выборы. И у нас первый кандидат набрал 53%, да? То есть это не 99%. И не 104. То есть это реальный результат, да, и говорить о каких-то
о том, что как-то было нарушено законодательство или еще что-то у нас состоялось, в общем-то, у нас ведь такого нет споров, да? То есть, единственное, что было, это посыл федерального центра, что, дескать, низкая явка. Но тут я, конечно, готов с ними поспорить в плане того, что вы установите явку, сделайте ее 10%, сделайте ее 15%, сделайте 20%, да? Вы же сами ее отменили и сами теперь за это спрашиваете. Я это не могу понять. Мне кажется, нашим людям просто нужно дать несколько возможностей для того, чтобы они голосовали. Говорим о том, что да, низкая явка, наверное, это скорее более адекватно, чем когда явка действительно 95%. Но с другой стороны, возможности дать голосовать, наверное, более удобным способом. А вот графа против всех. Она бы вызывала интерес? Или, например, вот у нас приходят люди и голосуют против всех, и что, мы отменяем выборы, да? Значит, у нас выборы не состоялись, а у нас каждый последующий выбор опять 200 миллионов рублей, если мы говорим о губернаторских, да? То есть давайте еще 250, давайте еще 250, и до какой поры мы тогда будем выбирать? Вот это вот тоже ведь, в общем-то, тоже да? Тоже вопрос. С одной стороны, мы говорим, да, надо сделать эту вроде графу против всех. Сейчас ее, кстати, ввели, причем на муниципальном уровне, да? На самой близкой к людям власти, по идее. Да, и что и тут так, и тоже есть опасения. Мы что, теперь муниципальную власть будем избирать по 10 лет? Циклами. Да? То есть, типа, вы, может быть, недовольны там федеральной, областной и так далее, но давайте вот... Выскажите все это муниципальной власти. Да, выскажите все муниципальной свои фии, и пускай их вообще не выбирают. Или это просто дешевле обходятся расходы на выборы? Я думаю, что просто это происходит, да, из-за того, что это дешевле. Но опять же, эксперимент, Александр. Но у нас же муниципальная власть ближе всего к народу. То есть, если мы не дадим возможность ей работать, да, кто у нас будет убирать вообще наши вот там те же помойки, строить дороги и так далее? Ну да. Самое главное, что у нас всегда, в общем-то, эксперименты начинаются, наверное, самого простого, скажем так. Мы начинаем с уровня власти, который ближе к народу, но это спорно. Может быть, надо было уже начинать тогда сразу у всех. Ну вот тогда и встает вопрос, все-таки как нам поднять явку, то есть и надо ли ее вообще поднимать? Или просто у людей должно быть сознание, что тех людей, за которых они проголосуют, с теми они и будут жить, в частности, вот по губернаторским выборам в течение 5 лет? Кстати, у нас есть две такие полярные позиции, почему явка бывает низкая. Одна из позиций — это от того, что люди просто уже от всего устали, они ничего не хотят, им все надоело, они живут плохо, и поэтому они никуда не идут. Вторая позиция, наоборот, полярная, и об этом говорят многие социологи и политологи, что у нас люди просто удовлетворены уровнем жизни, их ничего не волнует, низкая протестность, и поэтому люди не идут на выборы. Вот с какой вы ближе позиции? Ну, я все-таки считаю, вот вторая позиция ближе, потому что если бы люди были бы недовольны властью, недовольны результатами этой работы, я думаю, они бы у нас приехали бы все, да, бросили бы все дачи, картошку. У нас же какой был посыл? Ой, теплая погода, я копаю картошку. Ну, товарищи, значит, вас все устраивает. Если у вас теплая погода, вы копаете картошку. Вас это радует. Да, и вас это радует. Если вы были возмущены, вы бы обязательно бы пришли, обязательно проголосовали бы против или проголосовали бы за какого-то другого кандидата, да, которого вы поддержите. Раз вы этого не сделали, значит, все устраивает. Никто ведь не запрещает ходить на выборы. Это ваш личный такой посыл. Не пойти на выборы. Я, кстати, ходил со всей своей семьей в 10 утра на избирательный участок, мы проголосовали и также замечательно разъехались, каждый по своим делам. Поэтому говорить о том, что кому-то не дали проголосовать, кому-то запретили, это ведь абсолютно неправильно. Кто хотел, все пришли и все отдали свои голоса за тех кандидатов, за которых они хотели. Кстати, у молодежи в этом году на выборах губернатора был своеобразный флешмоб. Выложить бюллетень с своей фотографией и написать, за кого он голосовал. Тоже, в общем-то, интересный, наверное, способ такой поднятия среди своих же, среди молодых людей, способ поднятия явки. Когда молодой человек говорит о том, что он идет на выборы, и об этом говорит всем своим друзьям, возможно, кто-то из друзей смотивировался таким посылом и тоже сходил на выборы. Ну а сегодня есть тот результат, который у нас есть, да, поэтому нам остается пожелать Игорю Анатольевичу Орлову работать, успехов в его работе и выполнять обязательства, которые он на себя взял в период предвыборной кампании.